Всем привет! С вами «Ух ты, кухня». Этот рецепт получился очень случайно. Захотелось пирога к чаю, а дома не было ни кефира, ни молока. И вот мне в руки попало яблоко. Татенштейну на голову! Да, и родилась идея для очень вкусного, мягкого, ароматного пирога. К яблочкам вбиваю 2 яйца. И с помощью блендера пробиваю до однородной массы. Готово! К яблочному пюре добавляю 80 мл растительного масла без запаха, хорошую щепотку соли, чашку манки, неполную чашку сахара, чтобы не было слишком приторно. Но больше сахара. Нет, Сережка. Чашку муки. Хочу обратить ваше внимание, что чашки у меня одинакового объема 330 мл. Все семейные собрали. Да. Я очень люблю сочетание яблока и корицы, поэтому добавлю. Все хорошо перемешиваю до однородной массы. Жижи надо? Нет, все отлично. Все просто идеально, Сережка. Сейчас растает сахар, и оно... Ты же понимаешь, что сахар – это в какой-то степени тоже жидкость. Потому что он тает и превращается во что? Жидкость. Конечно, поэтому сахар – это тоже жидкость. Это скоро поваром стану. В самом конце добавляю 1 чайную ложечку соды. И снова все хорошо перемешиваю. Сейчас сода вступит в реакцию с кислотой, которая возникла от яблок. И вот тот же самый эффект, что и от кефира. Посмотрите, видно, какое воздушное получается тесто. Оно такой интересной консистенции, друзья. И по вкусу получается такое ароматное, яблочное. Ну все, переливаю тесто в форму, которую я застелила пергаментом и смазала растительным маслом. Немножко пристучу, чтобы более-менее равномерно распределилось тесто. Ставлю разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-50 минут. Ну что, мой пирог провел в духовке 50 минут. О, какой красивый! Сейчас с помощью деревянной шпажки проверю его готовность. Сухая! Супер! Достаю. Какой высокий пирог получается. Ну что, друзья, хочу украсить остывший пирог. Так как он у меня на яблочном тесте, я его сверху посыпаю сахарной пудрой. Побольше давай. Красота. Убираю свое украшение. Похоже на яблочко? Если похоже, ставьте лайки. А я вам покажу, какой в середине пирог. Пирог очень мягкий. Хрустящие краешки. Аромат стоит потрясающий, яблоко и корица. И вот какой он пористый и нежный, воздушный в середине. Я очень рекомендую вам приготовить вот такое вот яблочное чудо. Смотрите, какой он красивый по текстуре. Вообще класс. А аромат стоит потрясающий. Яблоко с корицей очень вкусное.